не секрет, почему шумыгам в Акселоте, ведь виновник всему Алексей. Позабыли на вечер мы все о работе, отмечаем сегодня его юбилей. Под Стасово бурчание, под Масово мечтание, и Ани восклицание рождается на свет. Куплет неподражаемый от дружной такой компании, от классной такой компании наш следующий куплет. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Не секрет, что открыть свою фирму несложно. Сложно фирмой потом управлять. Иногда это сделать почти невозможно. Много факторов может на это влиять. Под тортопоедание и наше ликование, героя почитание рождается в момент. Вот президент для избранной, для лучшей стране компании, для очень большой компании прекрасный президент. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Просто, но не верьте вы этим словам, что компания шла к постоянному росту. За штурвалом стоять должен наш капитан. Неудержимо бойкий, жара, мороз, застойкий, готовящий на стойке мужчина, ураган. Способен к изменениям и разным обновлениям, к погодным плохим явлениям, отважный капитан. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. С днем рождения! Мы тебя поздравляем! И друзья, и коллеги твои, от души мы тебе, Алексей, пожелаем счастья в жизни, здоровья, удачи, любви. Семейство, прибавление и фирмы расширение, финансов умножение, за завтраком икра. Почаще улыбаться, счастливым просыпаться, ни в чем не сомневаться, тебе наш друг, ура! Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Тебе наш друг, тебе наш друг, тебе наш друг, тебе.